состоялась внеочередная конференция местного отделения партии «Единая Россия». На ней члены фракции выбрали 10 делегатов, которые примут участие во внеочередной конференции Московского областного регионального отделения «Единой России». Кандидатов единогласно утвердил 131 участник конференции. На сегодняшней конференции меня утвердили среди остальных 10 моих однопартийцев как делегата на партийную конференцию областную. Там будут в том числе утверждаться кандидаты в депутаты, будут изучаться результаты праймерис и будут определены кандидаты в депутаты, которые будут выдвигаться в областную думу. Что касается партийных моментов, я еще являюсь региональным координатором федерального партийного проекта «Городская среда». Делается везде благоустройство. Заканчивается, кстати говоря, голосование за общественные пространства. Их у нас на сайте 12. И каждый голос нам, нашего жителя, очень нужен.